А вы знали, что существует два вида растяжки для левой руки? Если кто-то говорит «растягиваем пальцы», люди начинают тянуться в основном вдоль грифа. Но для гитариста намного важнее это поперечная растяжка. Вот у нас продольная, а вот это вот поперечная. И сегодня я вам покажу одно из упражнений, оно самое действенное для поперечной растяжки. Мы ставим пятый, шестой или седьмой лад, можно начинать на любом из них, указательный палец на лад, и я предлагаю взять либо третью, либо четвертую струну, как удобно, и все пальцы поставить подряд. Теперь указательный первый палец спускаем на струну вниз, на вторую, а средний поднимаем на струну наверх. У нас получается тут вот такое расстояние. И теперь берем и меняем. И вот так вот мы повторяем несколько раз. Когда у нас это стало получаться, мы опускаем первый палец на первую струну, еще ниже указательный палец, а средний палец ставим на струну выше. И теперь пробуем менять. Если у вас не получится сразу, вы можете их менять по очереди, это не важно. Когда это тоже получилось, мы переносим средний палец на шестую струну, а указательный на первую. И теперь мы меняем местами их. И потом обратно. И стали на место. После этого мы берем следующую пару и так далее. И потом мы берем следующую пару. Это супер упражнение.